Итак, это последняя, четвертая часть, завершающая. Так. Так, нубы, а ну разошлись все. Нубищи тут расходились. Так, значит, зачем ты мне даешь это? Хлопушка. Значит, так. Здорово! Здорово, здорово. Привет. Привет. Я к вам хочу, в вашу компанию. Буду это самое, делать моды для Майнкрафта. Да, вот можно? У вас есть вакансии, да? Хорошо, спасибо. Вот, замечательно. Так, смотрим. Список испытаний, осталось у нас только два. И вот это вот, 3 из 7. 4 пока что закрыто у нас. Надо ждать время, пока каждый день одно испытание открывается. Значит, так, погнали. Значит, список испытаний, вот. Наденьте шапку фиолетовой панды. Значит, берем, открываем вот это вот. У нас фиолетовая панда где-то уже была, мы покупали с вами. Фиолетовая панда. Вот она, фиолетовая панда. Где-то. Да. Смотрим, фиолетовая панда. Да, фиолетовая панда. Значит. Так. Опа, петушок. Петушара. Так, значит. И отправляемся куда? Опять Grind Runners. Ой. Это будет долго, ребята. Grind Runners, это очень долго. Это мега долго. Там очередь опять, да? Очередная очередь там будет. Погнали. Там сколько мне нужно тортиков сделать? То есть не тортик, а 200 ингредиентов. Да хватит нажимать! Вот долбоёбы, а! Только еще раз нажми, я тебя забаню. Как ты можешь его, этого человека забанить? А где он? Слизь 18, да? Сейчас посмотрю, какой он. Да, 49. Сейчас, 49. Где это было? 49. Вот это вот. Как его можно забанить? Добавить друзья, я хочу. Заглушить его. По-английски написать, да? Погнали. Опа. Так, ух ты ж. Так. Будем просто тупо стоять, это самое. Ой. Будем. Как его называется-то? Где эти мобы? Так, а где мобы все? Алло.
О, мобы появились, наконец-то. Наконец-то. Хоть какая-то развлекуха. Что скучно. О, стоит тут. Ты куда, дядя? Опа, еще там дядя с флагом. Мои друзья пришли с флагом. Ты куда ты идешь? Слышь, иди ко мне поделись со мною. О, ведьма. Здорово, старая коржа. О, давай иди сюда. Где домен? Следующей комнаты. Короче, мы можем здесь вообще не спешить. Какой там надо? Зелененький. Берем зелененький, кидаем сюда зелененький. Потом берем синенький, ой, голубенький. Как ориентация Эдгара. И красим все это. Что там надо еще? Фиолетовый. Вот такой вот надо. Фиолетовый, сюда тоже. А, фиолетовый уже был. Что-то надо, зеленый. Черный. А все в ту сторону что-то. Значит, черный. Берем черный и красный черный. Ладно. О, кстати, вот это вот надо. А вот теперь надо быстрее действовать. Потому что мы уже. Теперь надо быстрее. Давай. Давай быстрее. Так. Теперь на мне вот это вот надо очень много. Ингредиентов надо очень много. Это. Значит, сюда вот это вот пихаем, вот это. Вот это допихиваем. Берем еще корову. Доем. Да куда ты идешь? Стоять, Надя! Так, так. Вот. Так, берем еще. Так, все. Ага, молока дофига уже. Я понял. О, надо этот самый поломать. Какой он такой? Угу. Сейчас. Это хорош. Да ёб твою. Кстати, жемчужина, если кому надо. Ребята, вот, жемчужина здесь находится. Вот она. Только надо шапку определенную надеть. Так, нажимаем. Да ёпа, мне что, всех долбоёбов этих банить? Так, сколько мы? 54 ингредиента собрали. Окей. Теперь опять 3 минуты ждать. А я не понял, почему они... Ага. А почему нельзя комнату это самое сделать, как в этом самом? Ага, тут покраска идет. Я понял. Тут собирается. Типа покомнатно, чтобы они это самое... Давай, бегите! Беги, Форест Гамп! Беги! Я первее всех побежал. Я первее. Давай, беги! Здорово! Вот, хотя бы никто больше не кликает. Наконец-то. Тишина и покой, наконец-то. К
Как будто они меня слышат сейчас. Может быть, надо было похвалить? Вот, сейчас начнется. Давай. Погнали. Да ёб твою, что за фигня? Чего старт? Алло. Что за фигня? Я понял. Опять фигня из-под коня начинается у них тут. Great Runners. Давай. Обратно телепортируемся в Great Runners. Так. 4 минуты теперь уже ждать, еще больше. Просто столько народу навалилось сюда. Ну хорошо, что они 15 минут. И не 20. А что у меня в инвентаре есть? Шарики, хлопушки, фейерверки. Ролл. Окей. Так, сколько у нас бабла? 47-40. Ага. Монетки, да, этих красных. Строительство, окей. Мы можем все посмотреть, как что крафтится тут. Просто зачем это нам? Вот. У нас шапочка. Экипирована вот это вот. Так. Можно было это... Опять начинается. Вот можно было вот этих вот три штучки... Вот этих вот три штуки в отдельную поставить. Или вообще убрать вот эти вот, как его называется-то... Слоты. Вот тут слишком большой вот эти вот слоты. Слишком много. Можно было уменьшить даже. Там только мы в руках... что там у нас? А, ну да, мы можем, конечно, забить всякого фигней здесь. Вот этим вот мы можем полный магазин скупить и вот это вот все заполнить. Но это зачем нам? Непонятно, ну ладно. Три минуты осталось ждать. Окей. Вот вопрос, а почему сюда вот нельзя уже плыть? А, потому что там вот красит, да, сейчас? Нет, тут никто не сражается. Можно было уже как бы запустить здесь. Чего? Это что за фигня опять? Угу. Интересно, кстати, смотреть за другими, как они... как его называется? А почему я не могу посмотреть? Я хочу сбоку посмотреть. Ага. Давайте, собирайте, кстати, тортики. Самый умный он пошел, это самое, собирать это самое молоко. Молодец, правильно, кстати. Да, и, кстати, вот так вот пшеница быстро не растет. Это, ну, конечно, это тут какой-то тик-спид какой-то поставлен, сумасшедший.
что пшеница так растет. О, наконец-то! Ну, наконец-то меня впускают. Давай, выпускайте бычка. Давай, 3, 2, 1, let's go! Поехали. Так сказать, стартуем! Ух ты, погнали! О, давай батл. Батл. Я мистер Батлер. Погнали. Погнали, вперед, let's go! Сейчас мы тут всех. Давай. О, куда скелетон? Давай, иди сюда. Я тебя всех тут поимею, вас всех. Сломаю вас. Опа, пилигеры. Так. Так, пилигеры. Да ладно. Да иди сюда с флагом. Давай, камон. Да кто еще тут есть? Что, все? Окей, okay, let's go. Пурпурная. Погнали красить пурпурный. Черное надо. Красную. Берем красную. Меняем кисточку на красную. Ой, как удача. Зелененькая. Просто много тут зеленого. Там что там надо? Зеленого тоже сюда надо. Давай сюда бахнем тоже зеленого. Потом синего. Где синий у нас? Такого? Надо, да? Пахнем сюда вот этого. Ой, сейчас самое интересное, надо быстрее бежать. Сейчас самое главное это побольше ведер набрать. И этого самого. Сейчас. Стоять, Надя. Мне тут надо молоко. Так. Стоять, Надя. Стоять! Стоять, Надя! Так, молоко. Вот, Надя. Так, Надя, молоко. Замечательно, сразу же много молока надоели. Это вообще четко. Так, молоко. Неплохо. Идем. Так. Сахар, молоко. Окей. Погнали. Да что вы за нубы тут такие? Смотрите, как папочка делает. Учитесь. Хе. Так, погнали. Опа. Первый. Так, смотрим, что там у нас по заданиям. 136 уже. Неплохо. Ждем 3 минуты. Такс. Так, пока это самое там. Опа. Мы ждем, можем кофе попить. А что с его шапком? Опять еще один долбоеб.
А, они только что начали, да? Окей. То есть можно было, знаешь, что сделать? Ну вот... Вот нафига они жмут? Много раз. Ну то есть долбоёбы, а? Вот можно было вот... Сейчас я вам покажу. Сейчас я минуточку. Сейчас спустимся вниз. Я вам покажу. Короче, можно было, знаешь, что сделать? Спокойно, вот... Вот отсюда вот стартуем. Вот оттуда, да? Потом... Вот, кстати, Мишка здесь еще один тусуется. Опа. Кстати, а здесь я еще не был. Кстати, я тут еще не был. Ух ты. Тут можно было... Тут можно паркуром заниматься. Йо. Развлекаться, кстати, можно. А не просто тут кнопочку нажимать. Давай. Стартуем! Давай. Я первый, как всегда. Погнали, вот там пилиджер. Так ты куда идешь, ты пилиджер? Да идешь сюда. Бедных пи... Опа. Блейз. А почему он огнем не мочит? Я представляю, если бы он огнем бы мочил бы, это было бы... Тут надо... Опа, ведьма. Так. Серьезно, я получаю... Опа, погнали. Желтый. Берем желтый сразу. Ой, синенькие тут есть даже. Шерле мерле Украины, ни слава, ни воля. Так. Слава Украине! Черт. Тут надо паркурный. Ой, паркурный. Ага. Паркурный можно. Паркурный белый. Белый там тусуется. Ой. Белый. Короче, ладно, пускай они там раскрашивают. Мне сейчас главное это самое. Мне сейчас не это главное. Мне надо торт. Торты. Торты мне самое главное сейчас. Это мне, как говорится, надо расставлять приоритеты в данный момент. Давай. Ага, полное молоко. Тогда пшеницу себе собираем. Давай пшеницу. Так. Сахар. Так. Да ёпарса, я не успел что ли? Не в эту сторону. Блин. Кстати, забираем. А я могу забрать все ведра. Правда, зачем это? Нормально я с ведрами. Правда, потом мне конфискуют ведра. Да, все ведра конфисковали. Так, один раз нажимаем. Вот, все. Смотрим.
196. Чуть-чуть осталось. Ну вот, кстати. Чтобы вот тупо просто эти кнопочки не нажимать, как кое-кто делает там, мы можем просто погуляться вот сюда, вот, пройтись, посмотреть. Тут есть еще вот это вот. Кстати, тут есть. Ух ты. Мы можем... Окей, погнали. Что-то слишком быстро. Ой, красиво пролетели. Кто? Ага, Блейд. Ага, слаймы. Окей. Опа, скелетоны, конечно. Ага. Давай. Сейчас пилиджеры должны... А, нет, ведьма. Ведьма. А, ну да, и пилиджеры. Типа как рейд. Кто там? А, скелеты. Так, слаймы. Погнали, слаймов тоже. Хрена, чем слаймов. Все? Да ну! Так, покраска. Красный берем и красим красный сразу же. Вот. Так, черный. Лаймовый. Опять черный. О, бежим, бежим, бежим. А у тебя очень быстро просто бежим. Ташты, 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 ташты. Так, минутку, ташты. Значит, ташты. Бежим, ташты. Ташты, ташты, ташты. Да кто открывает? Да кто открыл их? Значит, ташты эти. Закидываем ташты. Так, побольше таштов. Там 200 ингредиентов, да, надо? Это очень много, кстати. Значит, ташты. Погнали, ташты, ташты. Опа, закидываем ташты. Я надеюсь, выполнил это сегодня. Все, да? То есть уже по максимуму, я понял. Пшеница. Ага, пшеница строим. Пшеница. Молоко, молоко, молоко. Все. Ага, на финиш бежу. Я сейчас догоню. Стоять, собака. Ладно, я тебя не догнал. Собака. Ура, мы получили. Получили этот самый, как его называется-то. Гони в свою гардеробную. Ага, в свою гардеробную. И чё? Нет тут ничего в гардеробной тут. А, это не гардеробная, это декоративный сундук. Тьфу ты, извините. Окей, ладно, допустим-то. Дальше смотрим, что там надо делать. Значит, вот это вот, извините. Так, шапку бини-розового попугая. Значит, бини-розовый попугай. Сейчас, минутку. Бини-розовый попугай где это у нас? Бини-розовый попугай. Кто-нибудь видит? Бини-розовый попугай. Вот.
одеваем, правильно? Ну да, вот, все правильно, Бинни розовый попугай. Так, смотрим. Через ворота элитры, ой, от Ice Race. Ace Race, это куда надо? Ace Race, Ace Race, это сюда, в эту сторону, погнали. Но это не так долго, но... Как бы придется опять 9 раз проходить. Вперед. Ага, погнали. 9 раз. А, погнали. Вау! Неплохо. Опа, элитры. Вау! Я быстрее, чем даже на элитрах. Окей, погнали. Во! Ускорение. Ай, застрял. Ладно. Элайтеры подбираем и полетели. Да как они летают странно на элайтерах? Это что, читаки? А что они так странно летают? Как громкая музыка. А как можно сбавить музыку? Она слишком громко играет. Вот. Сбавим музыку. Она очень громко играет. Кстати, давайте посмотрим, как мы летаем. Нет, мы нормально летаем. Слушай, я нормально лечу. Что за читаки, а? Или это баг какой-то опять тут? Ведь это багрок. Ура! Мы прошли, пошли. Мы выполнили. Да, 3. А, окей, погнали дальше. Заново. Погнали. А, чего? А. Стартуем, да? Окей, погнали. Нет! Стартуем. Ага, молодец. Сказочный волшебник. Стартуем. За Русь. Ух ты ж. Элайтеры подбираем. Так, вот. Да ладно, как он лечит? Странно, смотри. Я нормально лечу. Ой. Да я ведь нормально лечил. Вау. А ну-ка, давай. Песок душ тут стоит еще. Плохо. Да. Погнали. Вау. А, нет. Он... Он тоже. Это я случайно, извини. Извини. Я случайно. Я не хотел, я хотел, думал, перепрыгну я. А, окей. Элайтеры подбираем, полетели. Ну я нормально... Да я нормально лечу. Как там было? Я нормальный!
Нормальный! Так. 6. Окей. Так. А, окей, погнали. Так, а зайти здесь, нубы. Вау! Молодец, красавчик я. А, я любитель полетать, я не нуб. Я любитель, оба, полетать это самое, вообще куда-то. За текстуры, за это самое, за карту Void, так. Да что, а что ты? Чего? Это что за... Багулина? Читурина. Это серьезно, это подрубили читы тут. Так, ну-ка. Ой. Да. Я вот нормально лечу. Вау! Молодец я. Ага. Вау. Ага. Ладно. Ускорение. Погнали. Опа. Они просто тупо стоят вот. Вот зачем они просто тупо тут стоят? Окей, погнали. Вау! А, кстати, мы могли поверху идти. Элайтеры. Ну вот, вот этот вот нормально. Непонятно он как летит. Вот мне просто интересно, что они так странно летают-то? Ну? Мне просто интересно, вот... Все, да ладно, все так странно летают. Или тут все чьи такие? Ладно, я шучу, конечно. Или это реально такой баг визуальный? Визуальный баг. Ой, хорошо разогнались мы с вами. Во! Во!
Ой-ё! Во! Отлично. Значит, что там у нас? Испытание. Сколько? 12. Ага. 12. Погнали дальше. Погнали дальше. Во! Во! Полетели барахтарчики. Так. Элайтеры берем и полетели. Полетели. Полетели красиво. Так вот. Во. Я умею, могу. Ой, не добежал, не долетел. Так. Полетели! Вау, аккуратно! 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 Во, шикарно! Бежим! Ой! Хорошо! Ускорение! Ой! Ладно, неважно! Во! Шикарно! Минута 42. Хорошая кофе. То есть хороший. Ладно, неважно. 15. Ладно, погнали дальше. Во! Ну, ладно, не во. Давайте попытаемся это сам быстро пройти. Ей! Ага, быстро, конечно, конечно. Ага, быстро, 23 секунды. Да, наверное, чем быстрее, тем лучше, да? Сейчас. Погнали. Ага, погнали, полетели. Окей, ладно, не полетели. Пешком давай. Ага. Так, разгоняемся. Разгоняемся, так. Погнали, 54 секунды, окей. Так, и погнали, так. Давай, разгоняемся. Давай, так, сюда. Ой. Давай, сюда, сюда. Так, самое главное, это самое, как его. Найти траекторию правильную. И потом можно на это сам по этой же траектории гонять. Как его называть это? Сколько угодно тебе, это самое, и это, как его называется, это улучшать время, вот. Во, шикарно. Ага. Окей, погнали. Давай, прыжками. Давай, беги, Форест. Все. Ага, минута 42. Высокий рекорд. Так, значит, что у нас тут? По этому самому. Что у нас тут? 18. Окей, погнали. О, нормально, сразу полпути срезали. Во. Вот за этим вот надо следовать, кстати. Он может... Ух ты ж.
Ай. Он... Короче, вот надо за скилловым подглядывать. За скилловыми пацанами. Подглядывать надо и это самое... Брать на это самое вооружение. Где можно срезать, где можно подрезать это самое вот... Как его... А потом это самое... Их время-то... А, ведь мы... Это самое... Играем, как его называется-то? Ой! Застрял я. Ага. Погнали. Срезал я, называется. Ага, погнали, короче. Давай, быстрее. Форест Гамп, беги. Давай. Так. Ага. Во. Так, да ладно. Ай, опять не долетел. Короче, надо... Так, быстрее давай. Надо... Ага. Полетели. 87 минут. О, надо это... О, кстати, надо было вот так вот. Срезать. Напрямик. Давай. Давай. Быстрее. Тут даже ускорения нету. Вот. Ага. Так. Так, что там у нас? По элайтрам. Не по элайтрам, а по этому. 21. Ага, погнали. Во! Шикарно. Во! Ага. Во! Во! Епарасоте! Хорошо, во! Ага. Я молодец. Ага. Разгоняемся, прыжок. Полетели. Ага. Бегом. Так, прыжок. Ух ты ж. Красава. Ускоряемся. Ускоряемся. Так. Да ну. Да, идет в баню. Да, не долетел просто, ладно. Так, полетели. А, напрямик полетели, кстати. Ой, надо аккуратно здесь быть. Та-та-та-та-та-та-там, там-та-та-та-там-там-там. Как эта вот музыка уже надоедает, когда уже играешь уже в десятый раз, уже музыка надоедает, просто. Серьезно. Еще раз, погнали, последний раз. Опа. Опа. Вот именно специально вот поставили 25 раз, а не 24 раза, чтобы на 3 делилось хорошо. У кого-то с математикой не очень хорошо. Та-там-там-там-там-там. Там-там, та-та-там, 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 там-там-там. Опа, радужный флаг. Так.
Опа. Во. О. Замечательно. Да. Да ты издеваешься. Так как ты... Да, а можно. Ух ты. Все же можно пропрыгать туда. Ладно, мне что-то не получается. Ладно, полетели напрямик. Напрямик полетели. Вот. Замечательно. Так. Ай. Вот. Мы получили предмет вот такой, да? Получить. Окей. И мы с вами выполнили все. Мы с вами все выполнили, кроме вот этого. Потому что, видите, там замочек нарисован. Раз, два, три, четыре замочка нарисован, тогда надо ждать. В общем-то, все, я думаю, на этом. Так, значит. На этом все. Следующее видео будет... Когда вот будет этот самый... Когда будет это самое доступен... Эти самые... Когда будет доступно... Как их называется? Вот это вот. Испытание «Таинственная пещера». Испытание, точнее. Вот. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, ребята. Всем пока. Потому что увидимся в следующей серии. Ну или видео. Всем пока. А я пойду пока что отдыхать. Потому что я устал. Вот. А кстати, здесь вот находится... You found the trophy room. View the trophies and rewards from your completed challenges. Take a picture and post your progress. Вот. Вот. Эть. Не запрыгнул. Да запрыгивайся. Вот, ребята. Видите, мы все выполнили с вами. Если свечка горит, значит мы выполнили. Вот. Видите, мы почти что все выполнили, кроме вот этого вот. В общем-то, вот. Всем, ребята, пока. Увидимся в следующей серии. Так, надо мне сделать принтскрин еще. Кстати, красивенький. Откуда-нибудь отсюда, вот. А? Чего? А здесь есть еще вот это вот. Тут еще вот это вот есть. А зачем вот это? А тут можно сделать принтскрин отсюда. Чтобы было красиво, кстати. Вот. Всем пока.